Доброе утро, Вика. Ой. Как доброе утро, Вика? Капа. Привет, Санек. Ты что, меня с кем-то спутал? Ну да. Вот помнишь, вчера мы смотрели занятие, распевку по вокалу, а, да? А вот это... Да, вот, не получается. Но. Ежедневные тренировки должны быть. Да я понимаю. Вика мне понравилась, как пела. А поэтому, мне тоже понравилось. Поэтому я сегодня пригласил ее к нам в гости. Ты молодец. Да? Сейчас я быстренько загадаю загадочку, да. Послушаем Вику. Послушаем, как они поют. Внимание, загадка. В зоопарке «Верь-не верь» проживает чудо-зверь. У него рука во лбу, так похож на трубу. Ого. Угу. В зоопарке «Верь-не верь» проживает чудо-зверь. У него рука во лбу, так похож на трубу. Рука во лбу. Да. Так. Отгадывайте, присылайте правильный ответ, получайте приз. Все. Ну? А нам приз и нашим телезрителям всем приз. Вот выступление Вики Галины Юрьевны из Школы культуры и искусства «Россиянка». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте сразу послушаем, как вы давайте поете у нас. Одна звезда на небе голубом живет, не зная обо мне. Смотрите, видите, в краю чужом ее одиноко в облачной стране. Но не жалея судьбе ничуть, вещает путь и гонит прочь безвольную печаль. Как красиво. Да. Ой, слушайте, мы желаем вашей школе культуры и искусства «Россиянка» процветания, хороших вам, талантливых учеников, чтобы они выросли. Ну, и даже... спасибо, что пришли к нам в гости. Да. Мы очень рады познакомиться. Пусть даже не станут артистами, зато станут хорошими, воспитанными, это культурными точно людьми. Молодцы. Спасибо пока, вам. Пока. Пригласили, мы придем к вам еще. Пока-пока. Пока-пока.